ищем хозяев бездомным животным. И помогают нам в этом известные люди. Сегодня это любимица миллионов телезрителей, утренняя фея, которая многие годы будет страну в эфире «Доброй раницы, Беларусь». Конечно, вы уже догадались. Это Светлана Боровская. Мы в ее загородном доме, где она проводит каждые выходные. И здесь у нее есть свои четвероногие поклонники. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Не, как у меня бабушка говорила, ката-ката-ката-ката. Она вот так говорила в деревне. Знаете, все идет из детства. Кыс-кыс-кыс-кыс. Ну где вы, дети, куда вы разбежались? Ну, глупенькие, маленькие, идите, кушайте. Вот оно, наше богатство. Вообще, кошки же считают, что это они живут на этом участке, в этом доме, а я иногда приезжаю здесь погостить. Ну, это абсолютная история, да? Кошки, мне кажется, они честны, знаете, в чем? Они сложнее, но они честны в том, что они вам не обещали любить вас вечно. А собака служит человеку и надеется, что вы никогда их не пнете и никогда их не предадите. Но так тоже бывает. Так вот, собаки не предают, а люди предают. Удивительно, правда? Знаете, я вот понимаю, что цветы, деревья, животные и мы – все это одна энергия чего-то вот большого, удивительного, сотканного мира. И вообще жизнь очень проста. Нужно жить вот в этой простоте, не нарушая и не причиняя никому боли. Вот и все. Дорогие мои телезрители, в следующей истории вы увидите удивительную собаку, которая ищет хозяина. Вы знаете, я знаю, что она точно его найдет, потому что я искренне верю, что все истории заканчиваются хорошо. Вот этот брелочек, конечно же, мы подарим. Путь домой. Представьте, только подумайте, путь домой. Как многие об этом мечтают. Счастливо. Знакомьтесь, немецкая овчарка Джессика, Минск, район Чижовки. Мы идем той самой тропой, по которой многие месяцы бродила эта собака. Сначала она подходила к людям, принюхивалась, искала хозяина, была замечена с местными бродягами, приходила на остановку. Бывало, она остановится и пристально смотрит на людей, как бы смирившись со своей судьбой и прощая нам, людям, все. История Джесси поражает до глубины души. Когда-то у нее был любимый хозяин, воспитал отменно собаку, а вот сына не сумел. Когда хозяин умер, сыну собака оказалась не нужна ни в память об отце, ни в благодарность за полученное наследство. От умнейшей и воспитанной собаки просто избавились. Но помощь пришла. Двое молодых людей, Вика и Влад, не смогли пройти мимо, обратились к девушке-волонтеру Любе и забрали собаку с улицы. Джесси 7 лет. Всю жизнь она прожила в квартире. При жизни хозяин с любовью ухаживал за ней и дрессировал. У собаки хорошие манеры, знает все команды, прекрасно ездит в машине, любит плавать. Овчарки сделали медобследование. Несмотря на ее возраст, анализы крови, УЗИ органов и сердца в полном порядке. Овчарка – рыцарь в мире собак. Статная, интеллигентная, умнейшее создание. Кажется, еще немного, и она заговорит. Наша Джесси именно такая, и ей нужен понимающий хозяин. Джесси может жить только в доме или квартире. Звоните, она очень хочет стать домашней.